Привет! Сегодня будем делать очередную распаковку от компании Faberlic. Посылочка вот такая вот мне пришла. Тут заказ, который я вам сейчас покажу. Так, вот такой вот заказ. Довольно-таки объемный. И давайте по очереди буду показывать по отдельности каждую позицию. Смотрите, это такой шампунь. Беленький такой. Это у нас... Называется серия «Эксперт», а белый шампунь у нас это интенсивное укрепление. У нас их несколько разных цветов, и каждый цвет это определенный, выполняет свою определенную функцию. Вот это вот укрепление. Сейчас вам скажу, чем этот шампунь пахнет. Такой нейтральный, нежный аромат, очень приятный. Смотрим далее. Заказала два вот таких вот мыла для кухни, устраняющие запахи. Это вкус кофе и тирамису. И еще одно мыло из этой же серии, точно такое же, это сладкий апельсин. Так, напомню, что этим мылом можно мыть посуду, мыть руки. Оно удаляет запах от рыбы, от мяса. Можно мыть доски, деревянные доски, пластмассовые. И, в общем, все тому подобное. Очень классная вещь в быту и для пользования на кухне. Далее. Это ночные прокладки гигиенические с анионовым чипом. Очень прикольно они запечатаны. Сейчас покажу внутри. Вот такие вот классные, очень прикольный запах такой. Ну, в общем, прикольный запах. Это ночные, точно такие же у нас есть дневные. И они розового цвета, эти сиреневые. Мне лично они очень нравятся. Я пользуюсь ими регулярно. Так, вот такие Global Oxygen кислородный питательный крем. Кстати, у нас были скидки, как вы помните. Вот такие, если не помните, я вам напомню. И вот такие скидки, у меня их было 8 штук. Я использовала всего 3. Правда, не знаю, будут они в следующем каталоге действовать или как. Использовала вот на этот вот кислородный питательный крем. Он мне обошелся в районе... Сейчас потом расскажу. Ну, в районе 100 рублей получилась скидка. Вот. С 9.01 по 29.01. А, значит, в следующем каталоге он уже не будет действовать. Тут вот написано, видите, в уголке. Я, кстати, даже не обратила внимания. Вот, но я не знаю, буду еще в этот период делать заказ или как. И да, и причем они все у меня... Эти купоны на этот период рассчитаны. Хотя выдавались они нам на протяжении 2, а то и 3 каталогов. То есть рассчитаны только на один каталог. Тоже не очень-то удобно, потому что у некоторых людей по 8, у меня по 8 позиций, у некоторых в 2, а то и в 3 раза больше. Потому что заказы делают все по-разному, и купонов, соответственно, больше. И еще что интересно, вот, например, да, есть 50% скидка, но может в каталоге быть и 60%, и 65%, и 70%. Поэтому не всегда выгодно использовать эту скидку, потому что скидка идет от черной цены каталога. Поэтому надо быть внимательным и смотреть, чтобы, как говорится, не пропустить свою выгоду. Также использовала скидку на вот этот вот инкогнито аромат. Это аромат для женщин, парфюмированная вода. Очень интересный, вкусный, сладкий запах. Пока его не буду вскрывать и подожду, может быть, кому-нибудь придется подарить. Ну, я как бы тоже беру себе, так сказать, заначку и потом использую, если при необходимости, при надобности, если у меня кто-то закажет и у меня она уже будет в наличии, то это еще лучше. И вот такой вот дезодорант товару А. Одно время его не было на складе, он появился, я тут же заказала. Мне был нужен такой дезодорант, ну вообще дезодорант в принципе, но я захотела именно вот этот попробовать. Есть точно такой же для мужчин и это для женщин. Ну он как точно такой же, он тоже спрей, но он вот такой вот поменьше. А для женщин такой вот длинненький тюбик. Такой дезодорант у нас точно такой же запах, как вот такие духи товару А.
Такие духи у нас есть в наличии в наших каталогах. И постоянно они были и будут. Это Тавруа, это такой какой-то остров тропический. Вот. И этот, соответственно, запах такой как бы ассоциируется сразу с тропиками, с чем-то таким легким, даже можно сказать летним. Поэтому, если вы хотите такой аромат, то лучше, наверное, Тавруа покупать для лета. Ну, вот, в принципе, сейчас я вот ощутила этот запах. Действительно, он такой какой-то сладкий, нежный. Ну, для дезодоранта, в общем, очень хороший. Ну, естественно, духи, скорее всего, будут поинтенсивнее запах. И заказала вот такой вот блеск. Этот блеск вообще получился за 135 рублей у меня. Блеск для губ. Сейчас вам вскрою, покажу. Вот такой вот он. По-моему, это цвет красный, что ли. Сейчас я вам в чеке точно скажу. Запах такой тоже сладкий, приятный. Типа как конфеточка такая, леденец. Но действительно он маленький по объему. Если пользоваться им постоянно, там, например, каждый день, то уйдет он достаточно быстро. Знаю по себе, потому что пользуюсь, например, ну, чуть побольше у меня есть блеск, и они у меня расходуются достаточно быстро. Но он такой повседневный, он не яркий, не броский, такой перламутровый и полупрозрачный. Так, он выглядит, ну, как сводч на руке. На губах уж не буду показывать, ну, можете так себе представить. Кстати, в каталогах, например, да, на картинке совершенно другие бывают эти цвета, чем в жизни. Поэтому тоже нужно быть внимательным. Итак, пробежимся по ценам. Все, у меня уже тут больше ничего нет, кроме каталога. И смотрите, вот на ночные прокладки у меня не было скидки, потому что они их туда не заявили, как, ну, чтобы можно было на них. И вот это интенсивное укрепление тоже без скидки. А все остальное, ну и мыло я не стала проводить, потому что я вам говорила, что бывает в каталоге больше скидка, чем по купону. А вот парфюмированная вода у меня получилась за 640 рублей. Это уже со скидкой 50%. Дезодорант парфюмированный я тоже взяла со скидкой. Блеск для губ — это обычная его цена. То есть, ну, 20% от цены каталога у меня идет. Кислородный питательный крем тоже у меня получился со скидкой. Вот такая вот была выгода. Достаточно много позиций в этот раз. И вот такой следующий каталог. Каталог у нас направлен уже на 14 февраля. Появляется много новинок. Он такой нежный, розовый, такой романтический. И в следующем видео мы с вами посмотрим обязательно этот каталог, полистаем, знакомимся с новинками. Я вам расскажу, что я буду заказывать в следующий раз. А вы также можете присоединиться к моему заказу и тоже заказать у меня что-нибудь. И, кстати, получить подарок за заказ, потому что подарок за заказ у меня гарантированный. На любую сумму можно делать заказ. Давайте смотреть, с какого числа этот каталог. Со 2 этого. Ой, с 30.01 по 19 февраля. Вот такой каталог. Это каталог номер 2. Всем спасибо за внимание. Если понравилась распаковка, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами была Идея молодой хозяюшки. Всем пока-пока, до скорых новых встреч.